Здравствуйте, друзья! Продюсер Яна Рудковская прокомментировала претензии в адрес своего мужа Евгения Плющенко после того, как тот раскритиковал российское судейство на первенстве России среди юниоров 2023. Почему, когда одни нарушают кодекс, им все сходит с рук, а насчет других сразу поднимается вой? Комментаторы иногда позволяют лишнее, хореограф Железняков постоянно оскорбляет спортсменов, а другим, нам, людям, которые бьются за юниорский детский спорт, которые вкладывают свои личные средства в детский спорт, говорить о справедливости нельзя, написала Рудковская в своем телеграм-канале. Яна добавила, что если ее мужа поддержала даже Татьяна Тарасова, значит Евгений был полностью прав, а жестокость, нечестность и двойные стандарты нарушают детскую психику. И почему, опять же, одним можно переходить в другие страны и оформлять тайно переходы? Одни втихушку сейчас пропускают сезон, втихую будут переходить, а другие люди просто говорят: «Начните судить честно, и все сильные спортсмены останутся здесь», написала Рудковская в своем телеграм-канале. Яна довольно своеобразно защищает своего мужа. Она не пытается оправдать его действия, заявив, например, что Евгений был излишне резок в порыве эмоций, что в действительности он не делит юных фигуристов на говешки и топовых спортсменов, и сказал это необдуманно. Позиция у Яны схожа с ребенком, которого наказывают за разбитую вазу, а вот Петька все конфеты съел и двойку получил. Оправдывая мужа, Яна пытается накинуть на других, и самая интересная ее фраза касается пропускающих сезон фигуристок, которые сменят спортивное гражданство втихую. Неужели Яна выдала инсайт или просто хотела перевести фокус обсуждений в другую сторону? Очевидно, про фигуристок второго эшелона она не стала бы говорить. А если учесть, какое особое место в душе продюсера занимает Хрустальный, можно предположить, что речь шла именно о спортсменах Тутберидзе. Кто в нынешнем сезоне не выступал ни разу на официальных стартах из известных фигуристок? Анна Щербакова, Алена Косторная, Майя Хромых и Дарья Усачева. Пропуск сезона Щербаковой абсолютно понятен. Операция, победа на Олимпиаде, постепенный уход на ТВ. С Аленой тоже все ясно. Смена тренеров, уход в пары, участие в шоу. Остаются Майя и Дарья. Обе фигуристки получили травмы еще в прошлом сезоне. В нынешнем вроде как восстановились и даже были заявлены на этапы Гран-при России. Но пропустили соревнования, сославшись на травмы. Похоже, Яна имеет в виду именно их. Сколько в словах Яны правды, а сколько желания увести критику в сторону от мужа, покажет время.